Артем Вшивков участвует в соревнованиях по рыбной ловле не первый год. Серебро, которое он взял на первенстве России, заслуга долгой и упорной работы. Рыбалкой я начал заниматься с 5 лет. Мы с папой раньше ходили также на нашу речку, ездили на разные озера. Он, можно сказать, мой первый тренер по рыбалке. По словам Артема, самое сложное в рыбалке не то, что надо долго сидеть на одном месте, а то, что все принадлежности для этого спорта дорогие. Но даже несмотря на это, он не бросает своего увлечения, а продолжает развиваться и получать новые эмоции. Рыбалка для Артема – это не только возможность поехать на соревнования и, пусть даже мельком, посмотреть другой город. Вообще рыбалка – это отдых. Вот, конечно, не на соревнованиях, но а вот так вот куда-то выбраться, даже с семьей отдохнуть – это очень классно. Артем вместе с товарищами ездил в Нижний Новгород на 4 дня. Сначала предстояла жеребьевка. Участникам выпал шанс самим выбрать сектор, на котором они будут рыбачить. Заветный листок тянул по традиции капитан команды. Затем прошли тренировки, после чего само первенство. Девушки тоже участвуют в соревнованиях. Девушек, конечно, не очень много, но есть девушки, которые даже занимают первые места, там на Россию ездят, на кубки, на чемпионаты там. Как и любой другой спорт, рыбалка развивает в человеке определенные качества. В первую очередь, как считает Артем, это доброта. Доброта к животным, к людям. Всю рыбу, которую поймали ребята на соревновании, они потом выпустили обратно в грибной канал. Дарья Турсунова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24.